Фронтальной стойки. Бокс. Близко не подходите, я вам показал. Локти узко. Носочки на партнера смотрят, ребят. Ты близко вошел. Я объяснял вам сегодня. Спартак, ты близко вошел. Щерба, ты близко вошел. Спартак, ты близко вошел в дистанцию. Камера снимает, просто смотреть. Замри! Смотрите сзади на хлопца. Он. Что там делаешь? Бокс. Четко руки держите, кулаки докрутите. Локти со спины не видно, если смотреть. Оп, проверка со спины. Развернулись на 180 градусов. Продолжаем двигаться. Если локти видно сзади, камера это видит, значит вы раскрыты спереди. Стенку смотреть, Юра, что ты смотришь в сторону? Оп, лицом к рингу стали. Бокс, двигаемся. Мягче ноги. Нужно ноги ощущать. Один раз отжались, я слышу звук. Передвигаться мягко, бесшумно, степ ниже. Бокс. Два раза отжали. Лицом к котлету повернули стеночку. Туда. Да. Бесшумно двигаемся. Бокс. Три раза отжались. Встали. Лицом в зеркало. Не подходи. Первая тройка движется. Проверяем звук. Какая тройка? Ну, первая тройка какая? Ты был. Бокс. Был. 25, это вы звучите. Следующая тройка. Ну так разбирайтесь. 25, это вот эти люди стучат в сторону. Какие? Ну вы. Следующая тройка. Четверка следующая. 25 отжались. Это ваша четверка звучит. Ну что, будем по одному проверять или что вы не понимаете? Да, по одному. Да, у меня нет по одному. Чуть подставлено было. Давид, сейчас будет 50 выпрыгиванием. Ты что, отжиматься не умеешь? Плохо, да дело. Плохие. Стоечки сейчас своей, вперед-назад движение. Разобрались, чтобы близко не подходить. Бокс, вперед-назад. Сейчас будет отжимание, прекратите стучать. Руками не болтай, Юра, голову ниже. Сколько было, 3 отжимания? 4 отжались. Вы стучите. Давайте, отжимайся. Каждый отвечает сам за себя, и в совокупности нет этого звука стучания. Вы что, не слышите или что? Дальше, двигайтесь медленно, переставляйте. Ногу поднял, перпендикулярно поставил. Что такое перпендикуляр, знаете? Да, что? Я не учил. Я не помню. Я не учил.
Посмотрите, вот стойка красная, видите, она четко идет в землю. Она не под углом стоит. Стол так стоит, перпендикуляр. Дальше, лавочка так стоит, эти самые. То есть четко угол такой называется. Прямой. Прямой. Откуда ты знаешь, не учил? В школе. Вперед-назад, бокс. Кто сейчас стукнет ногами? Медленнее делайте темп. Не стучите, повторяю. Нужно ногу поднимать, и когда опускаете, ее нужно немножко зажать, чтобы не это самое, не было звука. Подойдите дальше туда. И звука не будет слышно, и вас видно еще. Юра, если не будет тебя видно, будешь 25 отжиматься сейчас. Молодцы, поменяли на противоположную стойку. Бок. Не спешите. 5 раз отжались. 5 раз отжались. Частое движение. 2 вперед, 2 назад, 2 влево, 2 вправо. Стойте 3. Бокс. Все. 6 раз отжали. Дальше, ну у тебя 25 будет. Я много цифр ставлю. Чисел здесь. Цифр 10, а? Чисел больше. Оп, выполняй. Руки на месте, бокс, кулаки докрути. Маленькие шаги делать, Юра. Руки собраны, глазами внимательно смотришь на цель. Юра, 25 отжиманий, руки низко. Ну я ж тебя предупредил. Еще раз, просьба, не спешите. Ваша задача сейчас ощущение, чтобы было ногами. Теперь у Спартака... О, Спартак, гад, сжал кулаки. Что ты так двигаешься, раскрытый? Сверху смотрите. Локти уже. Смотрите на себя через зеркало. Вперед. И руки держи. Локти уже. Стальков. Кулаки докрути. Кулаки докрути, повторяю. Не надо их раскрытыми держать. А у вас стоит, Вася. Ты. Что ты раскрываешь все руки? Поптай. Ну что? Это сами что? Я мало не знаю. Локти уже. А что еще не сбирать? Стоп, останови. Смотрите. Вы когда стоите, стоите, когда воздух выйдет, ваши плечи вперед. Немножко выйдет. И вы за счет этого перекроете. И стоишь, у тебя вот так тело. Ты выгнулся в другую сторону специально, чтобы послушать ступенек или по животу. Зачем? Вы голову наклонили, таз отвели, и руки вас защищают. И когда меняете положение, все время ваши руки вас прикрывают. Бокс. Бокс. Только локти уже, повторяю. Спартак, 10 отжиманий на кулака с лобками. У тебя кулаки открыты. 25, Юра, зажмись, у тебя руки. Дома нужно заниматься, вести тренировочный дневник, я это уже говорил. И Серега, останавливаться нельзя. Боксер, новичок останавливается, когда меняет направление. Глазами через зеркало смотрите на себя. Маленькие шаги нужно делать. Соединяешь ноги, Кирилл. Как? Да не ты, вон он.
Маленькие шаги нужно делать, повторяю. Кирилл. Ты что? Это да не ты! Ура! Тебе же мы сказали, не ты! Ну фамилию его забыл, как фамилия? Сейчас не тормози. Пасько, Пасько. А это Пасько. Как? Только Пасько. Что? Пасько, Пасько. Пасько. Пасько? Пасько. 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 Ты не слышишь, а? Да, я тоже такой. Да сейчас вы двигаетесь и наносите в атаке удары по туловищу. По голове. Слева, справа, шагом вперед. Бокс, челочное движение, выпад в живот. Челочное движение, выпад в голову. Челочное движение, выпад в голову сзади. И будешь отжиматься с лобками еще раз. Зачем ты кулаки открываешь? Возврат. Вы близко входите, вас не видно, я повторяю. Ты ушел в сторону, я же тебе сказал, я не видно. Мягки, 10 под камень у тебя на кулаках. Правая, левая рука раскрывай. Стоп, вы далеко откатываетесь назад. Вы двигаетесь, поджали, отпустили, поджали, отпустили. Бросается, ушли, два шага назад делать. Вот он нанесли удар, вернулись. Это, поджали опять партнера, бросается, разорвали, накрыли. Бокс. Тальков, сверху руку уже рукой. Плечи расслабить, завис. И напрягай так левое плечо. Я вам показываю, что мы делали, никто не подсказывает. Отошли все в сторону. Вот так, отойди в сторону, камера снимает. Делай, делай. И половину делаешь, а дальше. Ага, интересно. Я знаю, что они делают. Задние не атакуют. Поменяйте стойку. У вас одиночными ударами противника в атаке бьете щелочного движения, шага вперед. Поджали, отпустили, нанесли. Бом. Юра, глаза подними. Алексеев, ты сейчас будешь отжиматься. Я же стойку поменять. Чем так кулаки держишь? Вот кулаки. Ну, первое на первое, это вы должны сразу стать стоящим. То есть вы боксируете. Такое положение стали, чтобы вам не попали. То есть встал в эту стойку, чтобы вам не попали. Дальше начинаете челночное движение. И после этого вы уже выполняете те требования, которые сказали. То есть это не нужно делать на 100% отлично, как, допустим, вы делали свои стойки. Мне все-таки удобнее вы чаще боксируете. Но имитацию вы должны какую-то делать. Бокс в противоположной стойке. Собранная стойка сразу. Не надо дергаться. Локти узко дави. Бокс. Нет, что ты выкручиваешь? Узенько рука идет. Хочешь отжиматься лежу. Вот так. Уже руки. Вот так. Уже руки, говорю. Так, как с вами договориться, по мобилке или как? По смартфону. Вы что, сама не понимаете, говорю, уже руки, я держу так, уже, это значит что? Ну, так ты стоишь, тебе Адидас полностью видно все. Ну как можно стоять в стойке, что это самое, что видно Адидас? Адидас. Что ты не понимаешь? Дальше вы двигаетесь, поджимаете противника, разрешено атаковать противника, разрешено дергать противника, и вы бьете на отходе или на выходе. Ну, на входе прямые удары, на выходе сбоку. А там, Паша, своей стойки? Своей.
Дальше. Это 5% пока.
Вы атакующее движение делаете, или вы дергаете, или наносите удар. То основная задача на отходе, на выходе и сайстеп. Бом! Выше руки, Вань. Замри! Пальцы проверки своих дожаты. Ага, ага. Стоп! А теперь смотрите, построили здесь по линии, вот линия, 5 секунд. 3, 2, 2. Оп! Значит, я сейчас задаю вопрос. Вы отвечаете. То есть мы выберем человека таким способом. Счет. На кого 21 к этому попадет. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. То есть я сегодня определенную установку говорил. Вот первое мы делаем, второе делаем, третье. Отвечаю. Что мы делаем первое? Хорошо, второе. Восьмой степень. Третье. Да. А я говорю про Бога, спрашиваю, ты зачем позаговариваешь по этот сам? Это же детский сад. Да? То есть я первое говорю, что, когда мы начинаем фиксировать. Надо сказать слово. Второе. Найти челнок. Челнок. Третье. Вот эти задания. 25 отжиманий. Вы все остальные по 10 пока. Ну что делать? Ну, честно все? Нет. Ну что значит нет? Я вчера отжимался два раза, попал от одного человека два раза. Кто был? Сейчас будут ноги там стоять, а ты там сам. Старость не рада. 5 секунд осталось. 4, 3. Ты что, 25 отдал? 3. Значит, смотрите, что мы делаем сейчас. Мы наносим удары в атаке. Мы удары на отходе. Мы удары в сайдстепе. Все делаем с помощью шелока. Опять же, собранная стойка по отношению к противнику. Дальше, челночное движение, мы его раздергиваем. И применяя движение вперед, и мы можем не сразу ударить, применяем движение вперед, и мы противника напрягаем где-то. Только он на вас идет, на входе удар, на входе удар, на выходе. Сильно идет, раз, два, удар такой, что-то крутил где-то, и опять пытается атаковать. Ясно? Да. Удары применяем по животу, удары применяем по голове. Бокс. Удары применяем по плечи. Вы
твоем оставим, все остальные сели. Иди сюда, дорогие, тебе. Смотрите, у меня турбоусилитель, я делаю движение, и он... Я вообще не должен сопротивляться. Что? Нет, это тяжело. Ты что? Что там тебе идет? Ну, и что ты хочешь, чтобы я качался? Я могу не играть. Давай, давай, тебя сносим. Вообще. Чем ты мне палец сломаешь? Я думаю, пальчик просто положил, а то провел их. Нет, нажимай. Потом что-то нажмёте? И вы потом смотрите. Нет, вы сейчас в группе, то точно увидите. То есть
Я вам рассказываю, то есть вы приобретаете сейчас специально. Первое, это как спортсмен, второе, это как актер, киноактер. То есть вы должны сразу подстраиваться под камеру. То есть вас снимают и коп, и до лучшего варианта. То есть тебя не нужно равнять, тебе не нужно это самое. Дальше. Это удобно режиссеру, это удобно оператору. Тебя не нужно учить, ты это понимаешь. Дальше, тебе нужно видеть, ты становишься оператором уже сам. Вы же когда начинаете фотографировать, я некоторые вещи говорю, вы не это самое, вы не слышите. Начинаете снимать на свет, начинаете снимать объект, то есть меня половину снимают. То есть я как бы уже тоже там что-то делаю. Хоп, ноги только стоят. Снял одного самого.